Почему одним людям похудеть и держать вес очень сложно, а другим все дается легко? Сейчас я открою вам великий секрет. У людей есть удивительное свойство. Они решаются на глобальные перемены только тогда, когда в жизни происходит очень большой дискомфорт. Происходит какое-то событие, и оно заставляет посмотреть на жизнь по-другому. В случае с похудением это может быть болезнь, травма, депрессия, какой-то злой комментарий от подруги или от знакомого, или от мужа. То есть реально должно произойти что-то очень плохое. И я хочу донести до вас одну очень важную мысль. Зачем ждать? Учиться и меняться можно через боль и страдания, а можно через радость и вдохновение. К сожалению, многие выбирают первый путь. Ну а чтобы пойти по второму, нужно просто настроиться, что любые перемены вызывают легкие неудобства и небольшой дискомфорт от незнания. Но это только в первое время. Разве легко нам было просто научиться ходить? Сколько раз мы падали и вставали? Разве легко нам было научиться читать и писать? А легко ли было научиться водить машину? И сейчас мы делаем все на автомате, мы даже этого не замечаем. И с питанием все точно так же. Когда все знаешь и умеешь, тебе не сложно, тебе легко и сбрасывать, и поддерживать вес. Это тоже делается на автомате. Меня зовут Мария Марданова, и я диетолог-психолог. Мои клиенты худеют один раз и на всю жизнь. Подписывайся, если хочешь так же.